Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня принял участие в акции по сдаче крови на типирование. Суть этой акции в том, что кровь попадает в донорский банк крови, и при необходимости человек, который сдавал эту кровь, станет донором для больного. Здравствуйте, проходите, садитесь. Ослабьте руку. Как самочувствие? Прекрасно. Руку свободно подержите 5 минут, чтобы кровь остановилась, не было синяков. У меня недавно была история, близкий человек ждал как раз-таки донора по конкретному органу и практически там, без шансов было его найти, в конечном итоге это произошло. Но так или иначе это заставило переосмыслить вообще вот ситуацию, что и твоя помощь, именно твоя и только твоя, может оказаться в конкретный момент времени абсолютно необходимой и может спасти жизнь. Поэтому я считаю, что это такой ответственный подход, готовность к тому, чтобы оказаться рядом. Поэтому для меня это очень важно. Я, скажем так, как-то по-другому даже себя ощущаю вот с этим свидетельством, что я теперь в регистре, если потребуется, готов прийти на помощь. И, конечно, всем, кто пришел, кто приходил ранее, кто вообще в принципе неравнодушен и готов прийти на помощь, всем огромное спасибо.